Заседания общественной палаты начали с болевых точек сельского хозяйства. Введенные в прошлом году санкции сформулировали новые проблемы. Это выросшие затраты на производство продукции, экспортные ограничения и ограничения поставок. Сыграла свою роль и погода. Из-за поздней весны сроки сева сдвинулись, а осенью дожди не позволили вовремя убрать масленичные культуры. Тем не менее, отрасль показала положительные результаты. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 83 миллиарда рублей, что на 24 миллиарда больше, чем в 2021 году. Итак, урожайное зерна в области за 2022 год, конечно, действительно, мы уже не раз говорили о том, что это за последние 40 лет является одним из самых рекордных показателей. Вы видите, да, с 1982 года, ну, понятно, что площади у нас в какой-то определенный период, там, особенно нулевых, они у нас сократились. С каждым годом мы сейчас пытаемся восстанавливать землю и вводить в оборот. Тем не менее, мы в 2022 году с вами собрали 2 миллиона 113 тысяч тонн в чистом весе, это уже данные Росстата. 381 тысяч тонн собрали подсолнечник, это также исторический рекорд, никогда в Ульяновской области такого рекорда не имело. Если даже взять советский период времени, 1989 год, тогда впервые Ульяновская область собрала 100 тысяч тонн. Работали и с работодателями по увеличению зарплат работникам. За 12 месяцев прошлого года средняя заработная плата в сельском хозяйстве составила 35 тысяч рублей. Больший рост фиксируют в производстве продуктов питания и напитков. В последнем наблюдается абсолютный уровень – 60 тысяч рублей. Какие основные стратегические задачи мы определяем для себя на 2023 год? Безусловно, это увеличение объема производства сельхозпродукции в рамках доктрины продовольственной безопасности. Безусловно, вторым пунктом для нас – это развитие малых форм хозяйственной кооперации. Это один из самых главных для нас инструментов на сегодняшний день в рамках борьбы с бедностью и занятости населения, сельского населения. Третьим пунктом – это увеличение экспорта продукции АПК в рамках нашего одного из нас проектов «Экспорт продукции АПК». Продолжит сотрудничество с торговыми партнерами Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Египта, Турции, Йемена. Планируется расширить географию поставок. Активно прорабатываются направления Китая и Индии. Также 11 инвестиционных проектов находятся на стадии реализации. Члены общественной палаты Ульяновской области признали работу Министерства агропромышленного комплекса удовлетворительной. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.